Жень, сразу возникают вопросы. Опять-таки, сколько процедур нужно сделать и как долго длится эффект? Ну, вот первый, да, на первый раз. Во многом, конечно, эффект зависит от индивидуального состояния человека, от его внутреннего, ну, организма. Чем моложе человек, имеется в виду не паспортный возраст, а биологический возраст организма, чем здоровее организм, тем на более длительное время как бы человек может рассчитывать. В принципе, эффект после первого курса этих процедур длится от 1 до 5 лет. А длительность курсов сколько нужно пройти процедур? Да, в прошлой передаче мы говорили, там 10 процедур желательно. Вот в этой серии сколько надо процедур желательно пройти? Как правило, курс составляет до 6 процедур. Вот. И, конечно, эффект улучшается если человек делает дополнительную процедуру один раз в месяц. Женя, а возраст? Мы говорим лифтинг, это подтяжка. Молодым вы бы посоветовали это делать? Да, здесь есть много функций у этого аппарата, и есть такая функция, как молодая кожа. Это очень способствует улучшению цвета лица, а также глубокое увлажнение кожи. Между тем, хотелось бы добавить, что не все аппараты позволяют работать с людьми, у которых ярко выраженная куперозная сетка на лице, то есть чувствительная кожа. Благодаря тому, что в этом аппарате есть атермический режим, то есть бестемпературный, он позволяет очень эффективно воздействовать на кожу с такой ярко выраженной куперозной сеточкой. Женя, вот у меня еще такой вопрос возникает. Эти процедуры, может быть, есть какое-то время, когда лучше делать? Весна, лето, осень, зима. Вот вы как косметолог, что бы посоветовали? Этот аппарат еще хорош тем, что здесь нет межсезонных каких-то ограничений. То есть этот аппарат можно делать круглогодично. А процедура сама по себе очень безопасна и безвредна. А по времени она длится какой? По времени длится 1 час, и надо делать каждые 4 дня. То есть через 4 дня. И есть ли какие-то противопоказания? Противопоказания, конечно, они присутствуют. Мы не берем человека с такими болезнями, как псориаз в первую очередь, беременность, кормление грудью, раковые заболевания, металлические имплантанты, кардиостимуляторы, простудные заболевания, активное акне и какие-то воспаления, может быть, эритема какая-то на коже, а также у людей, у которых есть большие родимые пятна вот на обрабатываемой поверхности. Все процедуры проводятся только с применением специальных косметологических средств, разработанных лабораторией МБЕ. Это низкомолекулярная косметика. Вот, считается, что она эффективнее, чем вся остальная, что она содержит меньше всего консервантов, не засоряет поры и оказывает очень интенсивное глубокое воздействие на кожу. Процедура проводится с помощью 2 насадок со специальными функциями. Первая – это манипулятор лица с антеннами и красным светом. Форма манипулятора позволяет оказывать прямое воздействие на самые мелкие глубокие морщины, на стимуляцию сосудов. Также эффективен при обработке особенно чувствительных и деликатных зон вокруг глаз, это верхние и нижние века, а также на контуре губ позволяет работать. Манипулятор лица с пластинами и красным светом. Эта насадка комбинирует уже действие радиоволн и света. С ее помощью идеально обрабатывать большие поверхности, оказывает стимулирующий и лифтинговый эффект. Ну вот, дорогие телезрители, мы сегодня познакомились с новым аппаратом, который находится в салоне «Лионель». Надо сказать, что в этом салоне очень много всего прогрессивного, и мы вас потихонечку с этим знакомим. Вот и сегодняшняя беседа о красоте, о том, как же стать еще красивее или поддержать свою молодость, нам рассказала Евгения. Большое ей за это спасибо. Мы сегодня прощаемся с вами. Всего хорошего. Спасибо, Жень, большое за встречу и пожелания нашим телезрителям. Ну, хочется еще раз повториться, что эта процедура абсолютно безвредная и безопасная, позволяет работать практически со всеми типами кожи. Вот, ждем вас
Дорогие женщины, у нас в салоне по адресу Сталинская, 64. Будем рады!